Привет всем, дорогие подписчики и мои интересные зрители. То, что я вам сейчас покажу, это случилось на Украине. Там неопознанный летающий объект громадного явления был замечен спецгруппой, но выслан именно украинскими войсками. Туда был направлен военный вертолет. Что происходило дальше, я не знаю, но ролик говорит обратно. Не знаю, столкнулся вертолет с этим НЛО или контактировал, я не знаю. Но не было никаких взрывов, никаких атак не было. Просто после оцепления этого места было множество военных и множество солдат. Не знаю, как вы, но этому ролику надо поставить лайк, дорогие друзья. Посмотрите, как вертолет чуть не столкнулся с НЛО. Смотрим.